Доброй ночи, дорогие друзья. Сегодня меня чествуют как победителя в прошедшем конкурсе живописи, посвященному 8 марта «Весенние цвета». И, как я и обещала, при постишем объявлении участвующим в голосовании людям подарить вот эту прекрасную весеннее настроение картину. И из припостивших людей у нас участвует Андрей, Сесега, Евгения, Олеся и Нелли. Фамилии я не буду озвучивать, эти люди прекрасно знают. И обязательно с выигравшим этот приз свяжусь. Значит, волшебные эти имена. Мы в этот черный чемоданчик положим. Чемоданчик точно без двойного дна. Помешаем, поколдуем немного ночи. Итак, я туда не смотрю, и кто же у нас тут будет победителем. А победителем у нас будет Сесега. Сесега, очень рада за тебя, что в твоем доме появится замечательная картина. И обязательно с тобой свяжусь. До встречи.